Всем огромный приветос, с вами Вадимос. И знаете что? В симуляторе пчеловода вышел кот. Обалдеть, да? Да. Поэтому ты обязательно ставь лайк, подписывайся. Если почему-то не подписан, потому что у нас контент красивый, годный, четкий. В общем, желаю тебе приятного просмотра. Полетели. Итак, мы летаем, потому что мы пчеловодеры. И знаешь что? Реальный кот. Офигеешь. Mondo Outage. Он сделан в честь того, что Roblox вернулся. Кстати, в Бисфарме обновляли 6 месяцев, но Аннет как-то сделал код. Что? Это что? Читы? Ладно. Короче, систем. И вот сюда вот вводишь этот код. Я тебе его сейчас покажу. В описании он будет, или бы в закрепленном комментарии. Вот, Mondo Outage. Вот, нажимаешь Redime. И вот тут тебе, смотри, что дает. Тебе дает, получается, надпись Welcome Back, плюс 3 микроконвертера, 10 мунчермов, 1 неон барри, мутант топфилд код баф, и он дает 100% на топфилд capacity и пыльцу. И активируется у тебя еще Purple Potion. А Purple Potion это у нас, если ты не знаешь, вот что я тебе покажу. Вот. Дает 1, 2, 5, типа замена клея, ред экстракта и синего экстракта. Вот. Так что неплохо, неплохо. Вот такая вот у нас новость без фарми. Так что, как видите, она даже код выпустила, это ж офигеть. Это круто. Надо будет пофармить. Так что вот. Кстати, давайте посмотрим, почем сейчас бусты стоят. Ну-ка. Ого. А что-то я не понял. Это вообще нельзя купить. 10 тикетов и 0 хоней. Да, понимаю. Так. Угу. Интересно, 2 триллиона или мне кажется? Нет, не кажется. Да, реально, 2 триллиона. 363 миллиона. 980. Обалдеть. Ну, так, как бы, ну, сказать вам, хороший буст, дешевый, 100%, так что, вот. И, конечно, цены на бусты веселые, веселые. О, кстати, тут Лубасик, может, поможем ему, а то больше сожрут. Пчелы, а ну на пазу. Размотали этого, копченого. Все отлично. Так, закинем ему росточку, пускай пофармит. Так, тыц. Так. Кстати, пиши в комментарии, рад ли ты, что в Бисфарме новый код, будешь ли фармить. Так что, да. Я пофармлю, потому что, а чё нет? Я, правда, сейчас только встал. А какая разница, когда ты встал? Бисфарм есть Бисфарм. Кстати, спасибо, кто мне написал в Дискорде об этом. Это у нас написал, сейчас скажу, кто. Наш эксперт, мистер Соун, поэтому вот. Он, не знаю, как-то все смотрит в Бисфарме, так что респект. Так. Все, я тут чисто с уголка бегаю. О, ну Басико выпал эпический. Отлично. Давай, ну Басик, сейчас тебя закинем. В смысле, меня забито? Нифига не забито. Давай. Вот звездочки. Краста. Все. Так. Все, чисто накидываю тут росточек чуть-чуть. О, еще эпический. Круто, круто. Такс, оп. О, глиттер. Ну, его никто не стыдит. А я глиттер люблю. Это, как говорится, самая крутая вещь, что может упасть с росточка. Такс, и... А, все. Накидал им там росточков лютым, пускай хоть что-то поймают. Так, смотрим. Сыграем сейчас в Memory Match с тобой. Вспомним, что это такое. Вау, луна. Конвертер. А ну-ка. Стар желейка. А я хочу конвертер. Ну блин. Ладно. Вот такое видео получилось. Поэтому пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал, у нас интересная информация, как всегда. Новости, видосики, круто, четко, офигенно. Добра, хорошего, отличного даже фарма. И всего наилучшего на каникулах. Увидимся.